Вы на канале Climate Change. Тут мы рассказываем о самых резонансных событиях о климате, катаклизмах, разных стихийных явлениях и происшествиях на Земле. Начнем. В прошлых двух выпусках мы говорили об извержении вулкана на Канарских островах в Испании. И все эти дни вулкан продолжает бедокурить. Органы по чрезвычайным ситуациям в понедельник, 27 сентября 2021 года, рано утром приказали людям не выходить из своих домов на восточном побережье острова Пальма, Канарские острова, поскольку лава, бьющая из вулкана Кумбре-Вьеха, приближается к морю. Службы экстренной помощи Канарских островов предупредили, что в ближайшие часы лава достигнет Атлантического океана, что может вызвать взрывы и облака токсичных газов над островом. Людей просят оставаться в помещениях с закрытыми дверями и окнами. Жителям прибрежных районов Сан-Боронон, Марина-Альта, Баха и Ла-Кандеса было приказано заблокировать территорию. С момента извержения в воскресенье 19 сентября 2021 года вулкан Кумбре-Вьеха извергнул тысячи тонн лавы, разрушил сотни домов и вынудил покинуть свои дома тысячи людей. С 24 по 25 сентября 2021 года в провинции Хэнань прошли сильные дожди, сообщает Центральное телевидение Китая. Из-за проливных дождей вода поднялась во многих реках провинции и затопила деревни и провинции Хэнань. Кроме этого, ненастье размыло дороги и горные склоны. Случились оползни, которые захоронили машины и разрушили дома. Также было отключено электричество и связь. В общей сложности от обрушений пострадало 15 поселков, а около 8 тысяч жителей наиболее пострадавших регионов эвакуировали. На сегодняшний день стало известно, что один человек погиб, один человек был ранен и два человека пропали без вести. Спасательные работы продолжаются. В результате удара молнии в верховье Наранага района Гандербал, союзной территории Джамму и Кашмир, были ранены два человека кочевой семьи и погибли более 400 коз и овец. По пути домой после сезонных пастбищ некоторые кочевые семьи разбили лагерь в высокогорном районе Ламан-Наранг, когда внезапно началась гроза. Пострадавшие от удара молнии были доставлены в травматологическую больницу Канган для лечения. Оба получили легкие травмы и находятся в стабильном состоянии. Семья кочевников призвала местные власти выплатить им компенсацию за их утрату. Циклон, вызвавший сильные ветры и дожди, обрушился на восточное побережье Индии. Десятки тысяч людей в трех штатах были эвакуированы в убежище. Сильные дожди и сильные ветры были зарегистрированы вдоль побережья в воскресенье вечером, когда тропический шторм над Бенгальским заливом начал обрушиваться на берег, всего через 4 месяца после того, как еще один циклон обрушился на регион, оставив после себя разрушения. Полосы облаков коснулись прибрежных районов Одиша и Андхра-Прадеш, указывая на то, что циклон Гулаб начал обрушиваться на берег. Управление погоды сообщило, что ожидается очень сильный дождь. По словам официальных лиц, тысячи людей были перемещены в штормовые убежища. Другим посоветовали избегать реки каналов и оставаться дома. В результате землетрясения силой 5,8 балла на греческом острове Крит по меньшей мере один человек погиб и 9 получили ранения. Мужчина умер, когда обрушился купол ремонтируемой церкви в городе Аркалохори. Землетрясение произошло 27 сентября 2021 года в 9:17 утра по местному времени. Последовало несколько толчков. Органы гражданской защиты заявили, что многие здания были повреждены. И Греция, и Турция расположены на линиях разломов, и землетрясения являются обычным явлением. Европейский Средиземноморский сейсмологический центр первоначально зафиксировал магнитуду 6,5 баллов, в то время как геологическая служба США оценила ее как 6,0 балла.
Позже Финский геодинамический институт сообщил, что землетрясение силой 5,8 балла произошло в 23 километрах к северо-западу от прибрежной деревни Арви на глубине 10 километров. Землетрясение магнитудой 5,7 балла в понедельник произошло к югу от столицы Филиппин, Манилы, сообщает геологическая служба США. Эпицентр сейсмособытия располагался всего в 8 километрах к западу от города Талисей в провинции Себу. Очаг подземного катаклизма залегал на глубине 98,4 километра. Колебания земной коры были зафиксированы в час 12 ночи по местному времени. Жители Манилы проснулись от сотрясения их домов. Власти заявили, что не получали никаких сведений о повреждениях. По словам офицера по чрезвычайным ситуациям в городе Лоок на острове Западный Мондоро, сила землетрясения вынудила некоторых жителей выбежать наружу. Филиппины регулярно подвергаются сотрясениям из-за их расположения на Тихоокеанском огненном кольце, дуге интенсивной сейсмической активности, которая простирается от Японии через Юго-Восточную Азию и через Тихоокеанский бассейн. В кратере вулкана Нейрогонго, который расположен на территории Демократической Республики Конго, образовалось озеро из лавы. Это произошло спустя 4 месяца после мощнейшего извержения, которое забрало 32 жизни. По мнению специалистов, образование вулканического озера – хороший знак, который свидетельствует о том, что нового извержения, скорее всего, не будет. Образование огненного озера в кратере снижает риск землетрясений в вулканической зоне города Гома. Последнее извержение вулкана Нейрогонго произошло 22 и 23 мая 2021 года, а самое разрушительное – в 1777 году. Тогда погибло более 600 человек. Таким был наш сегодняшний выпуск. Делитесь своими мыслями в комментариях. Благодарим вас за просмотр. Оцените это видео и бейте в колокол, чтобы не пропустить будущие выпуски. Будьте бдительны, не будьте равнодушными к окружающим и берегите жизнь. Выпуск озвучен при содействии канала Altermorscore специально для канала Climate Change.